земля Новороссии, раскинувшаяся от Харькова и Луганска до Одессы и Николаева, всегда была богата людьми, готовыми на подвиги и в мирном труде, и при защите отчизны. И это сегодня повторяется снова, когда почти через 70 лет после поражения нацисты пытаются взять реванш на землях Новороссии. Но на их пути встают простые люди, чтобы защитить свою землю и войти в историю. История о Деде Морозе с автоматом. Павел Губарев, которого сегодня называют народным губернатором Донбасса, еще недавно о политических высотах даже не мечтал. Уже став известным, комментируя прессе свои отношения с киевскими властями, он сказал: «Моя популярность – это их глупость». Из известных личностей Новороссии Павел Губарев, пожалуй, самый молодой. Ему всего 31 год. По первому образованию он историк. Закончил исторический факультет Донецкого национального университета. Потом, уже параллельно с работой, он получил еще два высших образования. Буквально сразу после университета Павел занялся бизнесом в сфере наружной рекламы и организации детских праздников, где он часто сам выступал в роли Деда Мороза. Но детским бизнесом ему пришлось заниматься недолго. В это время полным ходом шла оранжевая революция. Весь Донбасс бурлил из-за того, что его незаконно лишили права выбора. Посчитав отказ от борьбы Виктора Януковича проявлением слабости, многие жители региона сделали ставку на более радикальную, прогрессивную социалистическую партию Украины. Среди них был и Павел Губарев, ставший депутатом одного из райсоветов. Впервые он стал известен в ходе проведения в 2006 году акции протеста против проведения на Украине учений НАТО. Нацистский путч февраля 2014 в Киеве создал на Донбассе, тесно связанном с Россией, критическую ситуацию. Местные лидеры из числа членов партии регионов в своей массе оказались трусами и бросили своих избирателей на произвол судьбы. Жителям Донбасса потребовались лидеры, которые смогли бы организовать протест и повести людей за собой. Одним из них стал Павел Губарев. Павел Губарев. У нас в результате Майдана в стране сложилась очень кризисная политическая ситуация. И де-факто в стране произошел государственный вооруженный переворот. Половина страны, центр и запад, признала его, а другая половина – нет. На юго-востоке возник политический вакуум при полной дискредитирующей роли партии регионов. Пошли приказы о назначении губернаторов, и народ поднялся. В считанные дни движение антимайдана на Донбассе разрослось до десятков тысяч человек. И скоро Донецкая облгосадминистрация была взята под контроль протестующих. 1 марта 2014-го на народном сходе жителей Донбасса Павел Губарев был избран народным губернатором. 3 марта он объявил о необходимости проведения референдума о дальнейшем статусе Донбасса. А уже 6-го он был схвачен у себя дома боевиками из спецподразделения СБУ «Альфа», вывезен в Киев и взят под арест. Пособники нацистов хотели взять в заложники и семью Павла, жену и троих маленьких детей, но им удалось спастись. Киевская хунта предполагала, что арест лидера Донбасса заставит народное движение сойти на нет. Но на Донбассе все было иначе. Движение сопротивления быстро окрепло и выросло. Были сформированы органы власти и армия. И скоро в боестолкновениях под Донецком подразделения армии ДНР захватили в плен офицеров из спецподразделения «Альфа», на которых и был обменен народный губернатор Донбасса. Плен и перенесенные пытки не сломили волю Павла Губарева. Освободившись 7 мая из плена, он принял самое активное участие в подготовке референдума по вопросу создания независимой Донецкой Народной Республики. Вы явку видели? Вы толпы этих людей видели? Явка высочайшая, ни на одних выборах. 23 мая народный губернатор анонсировал создание нового политического движения «Новороссия». Но уже через несколько дней ему пришлось сменить кабинет политика на автомат. 26 мая киевские каратели атаковали Донецк с использованием фронтовой авиации и спецназа. И Павел Губарев в числе многих с оружием в руках встал на защиту Донбасса. Герой не тот, кто не боится погибнуть. Герой —
тот, кто боится погибнуть зря.